Ну нет, будем на красных зелков смотреть. Если они будут, конечно. Хотя как можно без зелков играть? Ну, так, вообще, что мне не понравилось, когда он играл свой вот этот ПВЗ первый, там у него именно все пошло наперекосяк, ну это еще с первым зергом, у него все пошло наперекосяк, когда он пошел пушить с трех гитов, но как-то не удалось ничего сделать, по сути, кроме как оттянуть рабов. Мне кажется, тогда он расстроился немножко уже. Ну, потом было нормально, но как бы... Ну, будем смотреть, Дитриха, он как бы все-таки неспроста топ-фраггер. В принципе, с Радикалом его не особо можно сравнивать в этом плане, потому что у Радикала намного сложнее сеты всегда были. То есть там Дитрих там убивал там всяких... Лоу ML обычно. Я надеюсь, он это не услышит, потому что он опять обидится. Ну, я имею в виду, что нельзя так говорить, что прям вот... Из-за того, что Дитрих 12-2 на RSTL, а Радикал 9, там 5 или сколько-то примерно, я не помню. То есть там проценты другие совсем. Из-за этого там Радикал слабее Дитриха. Я считаю, они примерно одинаково играют. Ну, даже я считаю, Радикал, наверное, помощнее. Короче, фиг знает, что как их тут сравнивать. Как это обычно бывает. Бывает там на этом уровне, что когда играют люди, уже бывают и противники, которые удобно с ними играть. Противники, которым неудобно. Ну, в общем, у нас... Загрузился этот Expedition Lost. Ой, что-то я не туда поставил очки. Так. Так, и у нас пауза. О, давай можно... Музыкальная пауза. В паузе можно. Смотри, темный, темно-красный протос команды HTT. Дитрих сверху справа. А, уже не темно-красный. Да, и слева внизу уже светло-розовый зерк Эйдриан. Эйдриан, да. Ну, вообще, как-то это стрёмная, по-моему, для ЗВП, ПВЗ, вернее, карта. Тут в этой камешке меня иногда напрягает. Да со своими камнями хватит уже. Ну, они как бы страшные, мне всегда имени. Камни боятся, на ладер не ходить. Да. Так, ну что тут опять? Опять ничего такого, да, в принципе. Тащить уже. О, а у тебя что, у тебя нету, что ли, этой штучки? Какой этой штучки? Плагина? А, не, есть. Почему ты думаешь-то? Я что-то тебя сейчас включил, у меня там эта фигня была. Я альтаб. Нормально. А, во время альтаба, что ли, она появляется? Интересно. Может быть. Вот сейчас ты в альтабе, да? Сейчас, да. У тебя по прямоугольнике, а вернись. Вернулся. Все равно прямоугольники. Ну, это не знаю, короче говоря. Короче, какая-то фигня непонятная. Так. Поехал в разведку Дитрих. Такие тут пилончики у него. Ну, какие-то, да, немножко сраные. А, это такая, типа, длинный... А, нет, я думал, короче... Ну, коридорчик. Да, я думал, коридор он такой сделал. Tower Defense такой, да? Ну да, кстати, да, на Tower Defense похоже. Тик-тик-тик-тик. И тут пул уже достроился. И сейчас будет мув. И это пул 10, и сейчас у нас псы побегут. Ёшкин-кошкин, как говорит мой коллега. А чего там, зелка уже все? Ну, строили. Как бы, да. Сейчас буст сохранить бы на кору. Хотя, подожди, нужна она? Вот газ, не знаю, нужен? В общем, видишь, как в прошлой игре, вот, программа перестала работать, и тут что-то тоже, что-то, по-моему. Ну, я насчет автоотмены криптумора. Mm-hmm. Она, видишь, посыпалась, как это, как какой-нибудь большой замок, вот, немножко сломалась. И потом, сначала там не работает автосплитил кому-ты. Потом не работает там автоблинкование, потом перестает работать отмена крипа. А теперь вот видишь, даже туман войны неправильно показывает. Эх. Ну вот бегут псы эти, да? И тут да. Золотая хата, кстати говоря, прикольно. А тут дырка-то не великовата. Ну вообще дырка тут. Хотя сталкер все. Ой-ой-ой, что-то... А, ну в принципе это не так уж... Ой, гнать их с санными тряпками отсюда. Ну как-то страшно их прям так сильно гнать. А, не, да, мув скоро будет, он же видел пул работающий. Еще тут камешки он не смотрит. Ну, кстати, вообще, так забавная эта ситуация была, то есть он сделал собак, так напугал и все. И золото доказал. Так, тут сейчас, ой, мимо собаки бегут, ай-яй-яй. Так, ай-яй-яй, это вообще не очень приятно. Ну, забегут, а дальше-то что? Ну, они порвиты, они все краснющие, да? Там от пробок умрут. Ну, они убьют, тут сколько-то пробок-то. Надо контролить. Да, вот как-то так хотя бы. Так, а что, стоят юниты? Да, сейчас бы не размикривать. Одна, две, точнее. Две пробки, да.
Ай-яй-яй, много битых пробок. Три. Еще добегают собаки. Бзз, смотря. Вот это вообще самое опасное. Ой-ой-ой, смотри, пошла куда? Драться. Ай-яй-яй. Кривой филд. Сейчас можно еще зилд потерять. Ну. Вот это вообще самая опасная ситуация, когда 10 пул играет, потому что собаки прибегают и вот это отменяют именно нычку. Так. Ну, очень опасно вообще играет Дитрих, по-моему. Ну, правда, тут что-то Эдрин забыл еще эту свою контролилку собак. Золото тут конкретно качается. Я, правда, не понимаю, что он планирует делать. У него газ не качается, вот только сейчас пошел. Да, кстати. Возобновился, да? То есть какая-то странная тема. Инга встроить, да? У него, видимо, была такая конкретная ставка на вот эти забегания, походу. Но я так понимаю, что должно быть опять масс-псы и пытаться обузить то, что там до сих пор нет этой стеночки, как я понимаю. Уже стеночки не будет еще конкретное время. Так, ну, там в принципе, у нас тут оверчарж будет, филд будет, так что... Натурал только грызть. Хотя там, если псов много, битый натурал, можно попробовать убить. Эй, ты чего? Две собаки камень грызли, кора летит на пофиг. А, на золото хочет проверить. Ну все, тут видишь. Да, золото есть. Все, спокуха. Так, пошла застройка. Так, два филда есть сейчас. Ну да, это хорошие филды. И дом Квина, кстати, подбегает еще что-то. Ну, Квина, это хорошая помощь тут такая, на самом деле. Ну, тут собаки, да, лучше. Пусть так, форсфилд? Нет. А, или просто в рабочих. Ну, даже уже вариант, что нет. Так. Капец, тут вообще наглые собаки бегают, ужас. Туда-сюда, туда-сюда. И дальше чуть камни грызут. Так, пошла третья хата, кстати говоря. И лейер. Что? Опа-на. Это типа Нину, что ли, собаки, или что? Или это мута? Ну, сейчас по газам посмотрим. Еще ну, судя по тому, что... А, вот, да, пошел газ на мейне. Да, это мута. Так, я понимаю, это мута, да, действительно. А тут Даркшайн. Правда, видишь, Даркшайн не особо зайдет тут, видите. Потому что лейеры будут те самые аверсиры. А будут ли? Да будут, будут. Когда-нибудь-то будут. Спорка уже ставится, спорка, понимаешь? А, ну понятно, конечно. Ну, что может сделать просто в такой ситуации? Конечно же, а где поставить... Даркшайн строится? У натурал, но он все равно его не видел. Ну так, типа, что-то же будет, либо там Фениксы, либо Дарки. Так он Твилайта, что ли, видел, да? Он Твилайт даже не видел, господи, боже мой, что это вообще такое? Так вдруг там просто роботик, выход с имморталами какой-нибудь, плюс один. Ну, типа, спорка, хороший юнит. Где-то... Гидролик Дэн. Твою налево. Это надо посылать уже. И главное, опять против Дитриха, блайндом все ему делает, в лицо. Нет, может, я, конечно, ошибаюсь, спорки должны быть. Но на мейне стоит, в принципе, на натурале пока еще нет. Но это не важно, на самом деле, уже стоит на ключевых точках, и как бы все. Так, я недоволен просто этим, на самом деле. Так, он опять третью собрался. Серьезно? Там золото качает вообще-то, там скоро можно миллион псов делать. Так, в этот раз, смотри, rush distance не такой уж и длинный, поэтому можно с одним гидроденом отдыхаться. Да. Версиры пошли на всякий случай. Тут типа крип есть. А, тут, правда, версия залетела, увидел Даркшайн. А, и тут еще и архивы. А, ну дарки-то, главное, не делаются. Вот в чем тема. Вот развод на спорочке, я понял! Это типа, как в Inception, мы должны еще глубже, да? Да. И тут штормы. Хорошо. Это мне нравится. Главное дожить просто теперь до штормов. Потому что можно еще откинуться до них. Блин, какой толстый аверсир до сих пор не сдох. У меня, короче, самый такой конкретный такой потепление пятой точки у меня от StarCraft 2. То, что у протосов самые дурацкие это... Детекты. Самые дурацкие. Ну, кроме фотонки. Фотонка очень хороший детект. А тут и апсы эти полудохлые, ораклы полудохлые, а у, блин, всяких тернов вообще просто скан. У зергов вот эта вот фигня здоровая. Вон у него 200 хитпоинтов, и армор один при нулевом. Это вообще что-то... Короче, вот такая у меня... Этот самый прикол. Кстати, смотри, как зерг контролит карту всю. Классно. Ну да. Тут крип размером с маленькое здание вообще на этой карте. А, кстати, да, такая карта маленькая. Так, ну пошли, кстати говоря, застройка вот этого камня на будущее. И тут будет пуш с гидролизками.
Ну, правда, там шторму уже есть, я не знаю, что он хочет там сделать. А психов сколько? Психов 4. Да, конкретно там хватит все. Только он сейчас его, видимо, будет разводить между двумя локациями. Ой-ой-ой, так, 3 шторма. Дарк есть. Прошел мимо и сдох. Эх, ну он хотя бы увидел, что это все идет. Нет, если сейчас грамотно он... шторм Ух кинуть. Ты, прикольный шторм. Все. Прикольный такой шторм. Впитывать нечем. На флан... Ну и на фронте. А вот так. Это зерк может ошибиться сейчас. Ой, там протекли как-то они, что за жесть? Гардиан Шилд, и тут просто тоса больше. Кидай шторм. Ой, куда прям ты? Позил там. Что это вообще такое? Так, минус. Дитрих, соберись. Ой-ой-ой-ой, там теряются психи, очень важно. Не успели слиться, уже друг к другу повернулись лицом. Очень важный, там психи потеряны было. Сейчас можно пушить как раз из-за того, что они потеряны на самом-то деле. Да, хотя бы шарики надо делать. Ну да. Или он, ну не знаю, пойдет ли в пуш. Он объясняет в чате, что спорки это по таймингу. Понял? Спорки, ну да. Конечно. Конечно. Запер человека там на двух базах. Да, такой, отсчитал там, вздохнул, посчитал до 10 и поставил спорки. Понятно, да. Так, смотри, вот мимикрит опять эти злобные мешаются. Хотя ладно, я согласен, ты играл. Ой, все-таки пошел он ломать камни на мейн. Вот там застройка. Кстати говоря, камни эти несчастные сломал зерк, и поэтому затупил тос. Сейчас он застрянет тут конкретно долго. А тут, правда, сестря есть, он типа такой, ну ладно. Смотри, фидбэчнул оверсира, один хп остался. Ё-моё, какая имба. Убить его, просто тычку. Какая имба. Хорошо. Ох ты, великая победа. В самом деле, да, тут одну центрию оставить, сторожевую, и все. Напомню мне, вот в ФЦС был, кто так играл? Как? Через штормы? Снайп оверсиров. Ой, снайп оверсиров. Как-то ты очень хороший вопрос задал. Ну там одно было в плей-оффе по ВЗ я смотрел. Вообще, я включил просто... Это что ли, как его? Лил был, что ли? По-моему, не Лил был. Ты про ВЦС? Там один, по-моему, Тоска был. Тогда Лил был. Так, собаки бегут. Гриды, кстати говоря, на них нет, а у Стоса плюс 2 на атаку. Что-то тут... Ой, вот тут сейчас какой-то мув был такой. Туда-сюда, туда-сюда. Мне не нравится вот эти вот. Ну, все у них впереди. Так, вот тут Феникс пролетел, увидел, что там четвертая поставилась. Кстати, золото уже почти кончилось. Сейчас надо посмотреть по лузам. Ресурсов в два раза больше потерял зерк. Ну, все равно, я просто хотел прикинуть, может быть... Я вот сейчас удивился, что это в продакшене такое. Честно скажу, я ни разу не видел апгрейд на Flying Locust. Ё-моё, какую ужас, действительно, я тоже не видел. Короче, я хотел прикинуть, может быть, то, что выкачан вся золото, может, это все в потере по ресурсам ушло, но что-то не очень. Что-то не очень. Так, а вообще есть, да, есть робо, я тут хотел увидеть робо, чтобы зачищать крип. Тут же, видишь, крип уже у ворот четвертой условной нычки Тоса, да, слева. Да. Вот, а что туда еще не поставить. Ок, вина тут. Ну, да, не одна. Дело-то тут бегают. Ну, кстати, в этой игре что-то по гридам не особо тут у нас Эдриан может похвастаться. Так, и сейчас драка, походу, будет, да? Так, драка, пошли штормы очень неплохие. Бах. Да, хорошо потолпился тут зерк. Да. Ну надо как-то это нападать. О, смотри, все. Тут, короче, превращается. Зерк превращается в фаеркейка. Угу. Вот. Призмы портятся в тыкву и все такое. Открываются дополнительные гиты. Сейчас опять ломится зерк будет в дырку эту. Так, и что-то втыкает Дитрих. Сейчас походу... что ему делать-то? Ну надо кинуть форсфилд. Так и форсфилд уже ничего не сделает. Ну блин, что-нибудь сделает-то. Ой, тут еще центрей провтыкал. Все, они умерли, эти центри. Ну, избегание собак такой конкретное на мейн. Рекол сделан. Ух ты, прикольно. Подбегают тут спайн-кравлеры, смотри, ужас какой, бегут. Так, собаки все потеряны, сейчас будут. Ой, сейчас тут будут теряться эти психи. А нет, все-таки отбил их всех. Ой, так, я вообще бы вздох бы, наверное. Если бы он еще зафокусил психов, я бы вообще сдох бы, наверное. Но это был чисто слив-лимит, на самом деле. Потому что тут хочет построить бурдлордов. Хороший юнит, говорят. Потому что против него действительно так особо не располагает теком Дитрих. Тут полетела призма прям через все криптуморы, правда. Гидролиски и здесь вайперы. Стоп. Так, пошла драка. Пошли штормы. Ну, тут неплохие штормы, конечно. Ну, Том, видишь, зеленкой все закидал. Так. Драться не вариант. Так. Ну, там летит сейчас призма пролетела. Так, а что тут? Не контролит тут немножко. Зерк, сейчас пошли. Так, пошла драка там сильная, что? Очень мощная. Пошли эти самые таймварпы. Там на мейне дроп дарков и зилотов. Они, кстати говоря, увидели Гретер Шпайр. Можно убивать его. Да, вообще смысл вообще есть. Есть смысл, но.
быстрее бы это сделать было. Ну, с дарками это довольно шустро. Ну, это да, но просто он все равно успел, он успел завернуть. И хайф тоже, ёлки-палки, он убьет сейчас весь тэк лейтовый. Если он сконтролит. Тут немного зилоты втыкают. А, зилоты, да? Да, но там пошли чищают. Эти самые, там пошли трансфьюзы, понимаешь? Я вот не... Знаешь, тут как бы смотри, вот он видел, что тут... Ой, так, призму он спас, кстати, четко, очень классно. Тут смотри, какая тема могла быть. Тут надо было ломиться в лобешник, потому что пока гидра отдыхает, там отбивается, надо было как-то пытаться реализовывать это дело. Сталкера и психи. А почему он не варпает? Надо строить этих. Надо строить таргеты. Потому что без таргетов очень плохо, по-моему, отбиваются бурдлорды. Вот этот лес надо срубать как-то. Да. И пошла сейчас четвертая нычка от Тоса. Очень. Ой, тут крип, видишь? Крип. Да. Крип. 4, кстати, гидра. Плохая ситуация у Протоса, как вы понимаете. Там опять слив лимиты собак. Брудлорды сейчас тут уже подходят. И сейчас, походу, будут пушить в этой точке. Опять поднял свой лес. Перекап. Вот в этот момент, мне кажется, надо атаковать. Или вообще уже никогда не атаковать. Я даже не знаю, как атаковать. Ну, сейчас бруды просто. Ой, там зеленка это несчастная. Надо штормы. Ну, штормы, видишь, ему тут вообще похер, но штормы. 9 брудлордов, это очень много. Они убегают быстро. Все, чем выбивать, дарки пошли. Да так ты мимо обошел, смотри, хорошо. Так, хорошо, брудлок. Блинк под брудов. Но там сейчас да, будет зеленка есть. И капец. А нет, смотри-ка, зеленочки. Надо отступать. Так, дарки там как-то прикольно обошлись, это дело, да. А, ну, я не сами мешали, только что собакам мешали. Бедные психи. Так, бруды в фокусе, это еще минус один. Шторм. Ух ты, неплохие, кстати говоря. Это хорошая тема, блинканулся и сразу шторм. Так, прибежали тут дарки, кстати говоря, пробежали. Они ультралиск каверн сейчас уничтожат. Да. Так, они так еще минус Брудлорд. Еще минус Брудлорд. И шторм сейчас пойдет. Или не пойдет. Шторм. Вот эта фигня, он сейчас классно контролит брудов, потому что он обузит. Обузит его рейндж. Обузит рейндж 13, знаешь, вот эту тему? Да. Но он четко вообще контролил. Он уничтожил всю нычку вот эту. Хорошо. И срубил ультралиск ковер, но Зерг успел трех гидролисков. Ой, трех ультралов заказать, но там у них гридов 0 на защиту. Так, мы не выстоим внизу. Вроде двое бежали. Да, вот сейчас надо подварпать. Вспомнить про эту призму и добить этот чертов. Ой, хайп. Там смотри, какие бесплатные вайперы были, но уже не бесплатные. Да, ну. Два колосса подходят тут. Во-во, не ломай! Или ломай. Так, тут замер. Они не могут пройти, да, ломать надо. Замер, тут Тос. Опасная ситуация тут, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой, пикает. Надо штормы кидать. Фидбэки, хорошо, но зеленка есть все равно. Ой-ой-ой, там собаки адски все съедают. Надо штормить все это дело. Ну тут смотри, уже 70 лимита Тоса против 80 зерга. Ну, сразу, кстати, сравнялся уже. Кокосы сдохли. Вот да, сдохли кокосы. Так, минус Квина. Ну тут очень жесткий какой-то банк у Дитриха какой-то вообще дичайший. И опять дарки пошли по своему этому пути. Ну где подварп это твой, я не понимаю, там гиты перезаряжаются, что ли? Да, кстати, вот сейчас готовы были. Зилотов доделал. Давай, а, вот он подумай. Как раз на призму их заварпал. Так, там надо было штуки драка. 4 всего. Кстати, до сих пор оверчарджа нету. И то опять всю армию назад мувает зерк. Надо пытаться уничтожить все-таки этот хайф. Он же вообще дохленький. Да, смотри, псов убил, квин гоняешь и убиваешь хайф. А, и призма. Да спорку тоже можно убить, смотри. Призма сдохла, это очень плохо. Да, тогда плохо. Так, на третью забежал, но тут дарк сейчас сдохнет. А, кстати, куда три те дарка подевались? Понятно. Так. Ну, кстати, я сейчас открыл тут вкладку с инкамом, и тут для Тоса это достаточно неплохая ситуация, на самом деле. Mm-hmm. Но сейчас вот эта вот база будет работать получше, поэтому сейчас сравняется. И то, кстати, у него мейн не докачан, какая-то странная тут игра, конечно. Так, тут опять с этим лесом решил подраться. Тост, тут, много блин, вайперы. Ой-ой-ой, тут колосы, можно поймать их. Зергу. Ай-яй-яй, сейчас пойдут абдакты. Абдакт. Куда? А, да, это армия же. Я думал, куда абдакт? Один колосс сдох. Так, ну такой тут непонятный мисс, конечно. Плюс 3 на атаку у Тоса, у Зерга плюс 1 на защиту есть. Позиция такая еще за этими кустами. Ой-ой-ой, там минус мамка. Мамка это полезный юнит. Ну, оверчарж. Надо как-то смочь зачистить криптуморы вот эти.
Ну да, там лама бегает, антилопа. Полезно, но тут почему? Пошел, потому что вот зеркальная нычка у зерга. И тут как бы сейчас тут по инкаму сравнялись игроки. Какое-то затишье тут такое наблюдается. Mm-hmm. Плюс 2 на защиту. Ну если сейчас зерга Дитрих пошло. Реализует банк свой, то все будет хорошо. Ну он просто, мне кажется, в такую ситуацию, он не знает, куда его реализовывать, мне кажется. Он типа пытается построить колоссов, но у него не получается их дотекать. У него центря вот есть хотя бы, да, есть полный маны стоит в центре, пусти ты иллюзию, проверь его базы, если у него ничего нету, значит ты в плюсе. Блин, ну вот это так вот жестко использовать лес я давно не видел такого, прикольно. Да, прям на краешке стоит. Три вайпера, почти с полной энергией. Захочешь тебе там санки в лицо. Так, дарки, тут, кстати, зилы-то попытались зачистить этот самый крип, но что-то не очень. Вот, так, подошло еще базу. Дополнительные зилы-то. Ну нет. Что у нас по грейдам? Три на атаку зерга, три на атаку тоса, все. Плазма шилды такое. Да, плазма шилды. И сейчас вот плюс 2 на половине на защиту у зерга. Так, тут драка кое-какая была. Ну так себе. Тут, кстати, еще бруды появились. Смотри, да. Из ниоткуда 8 штук. Ой-ой-ой, тут неправильный варп. Они сейчас будут потеряны, там несколько сталкеров. Хотя нельзя было. Агрессивно. Так, агрессивный клик. Ну там еще и этот трансфьюз ужасный. Штормы. Штормы хорошие. Только Брудлорд по лимиту больше, сильные, по лимиту да. больше тоса. Аверчардж это хороший юнит. А иллюзий нету, правда. Надо, кстати, надо уничтожить этих аверсиров, тогда можно будет убивать. И тут вся армия зерга-то разваливается. Да. Все сдохло. Осталось 3 Брудлорда. И надо блинк под них. И Ультралиск, да. Уйди, Ультралиск, правда, все. Уничтожает. Блин, как классно, конечно, контролит зерг. Прям убивает до конца все. И ну, все, такая ситуация, контроль. Что... Сейчас затекание надо только делать зергу, и у него не будет времени отбивать свои нычки. Там 3 колосса в продакшене. Вайперы куда-то улетели вообще в рабов. Они сейчас нам на фотонках отдались. Ну, два вайпера. Надо посмотреть просто, есть ли там база какая-то или что у него осталось. Он знает, что справа есть база, и счет становится 4-2. Потная, совершенно потная. Че, не понял? Ну ладно. Отдал вайперов и ГГ. Да. Очень пот. Откуда столько людей опять приходит? Куда-то уходит и возвращаются. Уходит и возвращаются. Не знаю, может там какой-нибудь очередной стример стримит порно куда-то. Я не знаю. То есть включил порно, все туда прибежали. Арстончик там есть, что? Так. А, вон герой, по героям есть стрим. Хорошо. Так, насколько я помнил. Осталось Iron Fortress, Кактус, Воли и Кода. Ой, икона опять пристает. Ой, такой потный зерг. А на третью Гитриху зайти не додумался. Ой. Ну, за собой бы следил. А. Так, счет. Кстати, все равно нам не хватает. Что за бред? Так. Так. Так, Inferno Pulse, Iron Fortress. Так, Inferno Pulse играл Эмиан, Iron Fortress играл Радикал. Когда с Воли не играли, Expedition Lost только что было. Они играли, то есть как-то с Воли угодно, все правильно написал. Все равно, как бы, сейчас, если мы... сейчас счет 4-2, получается, что нам все равно карт не хватает. Все, придется еще одну играть. Так оно все тогда, ГГ. Если 4-4 будет, то будет... Деньги распилим. Да, понятно. РСТЛ распильная StarCraft Team League, да? Да, где-то так. Джокер и Кода. Ну вот, Адриан опять. Видимо. Не сдаются ребята. Хотят добить уже. Ой, мы тут говорит. Воу-воу, полегче говорит. Да он, видишь, нет еще не Джокер. А, ну ладно. Вот видишь, дают шансы. Смотрят все-таки. Хотя какие шансы? У нас изначально 100% на вин. Че я дизморалю? Смотришь, вроде не играл, не? А, он первый играл. Да. Кактус, Кактус Вули. Кактус. Так, окей.
Плёха, плёха. Дитрих рассказывал, что он играл на этой карте два раза. Это лучше, чем ноль. Но, как знаете, не очень мне нравится. Такая ситуация. Так. Счет 4-2. Пивизи. Так, Дитрих про секунду просит. Надо посмотреть превью карты. Чил тоже. Все, слово взял себе на этот. Словарный запас себе. Слово в словарный запас. Да. Ага. Так. Смотрит, be right back. Так, тут хвалят опса. Офигеть, ну невидимый, очень полезно, когда 200 на 200, и тебе фениксами всех опсов уничтожили. Очень круто, конечно. Да вот, ну, как бы, мне не нравится, что именно хитпоинтов мало. То есть, они как бы ни о чёмные. Они там два шотаются, три шотаются. До скольки побед? До пяти. Скажи, а Минка, так они вообще сплэшем умирают. Просто от сплэша. Да, ужас, ужас. Что за днари играют? Ну, наверное, те, кто на соло инвокера не играет. Так. Материться нельзя на ГГ? Серьезно? Ну да, вообще-то. Я думал, можно. Это же все-таки СНГ комьюнити. Ну, они новый хотят сайт сделать, типа в виде ТВ, и там можно будет все что угодно делать. Когда это будет, правда? Я все жду. Можно наконец будет доту стримить. То не знаю, в нее без матюков нельзя, наверное, играть. Засмеют вообще, скажут, ты че. Так, Дитрих Реди. О, отлично, я заполнил всю фигню на этом. Так, короче, я тебе сейчас дам головнюка. Понял. Так, когда они зайдут, это, запусти, я пока отойду сейчас. Ready, ready. Поехали. Так, все, я здесь главный, надо было вообще кикнуть нафиг всех. Поставить Дитриху. Почему я не могу цвет выбрать? Я же рефери. Рефери. Судья. Я должен уметь это делать. Всегда у меня какие-то есть претензии к Близзардам. Вообще, да, Днари из топ-мастер лиги, чё. Таких чё не бывает? Бывает, чё. Почему бы и нет? Так, ну я, наверное, подожду 15 секунд еще, только он вернется, потому что камера неактивна. Можно пока подумать, что же здесь из этого извлечь, из этой паузы. Я вообще сказал слово Dota на стриме по StarCraft, меня сейчас за это убьют, наверное. Уже выехали ко мне. Под покровом темноты. Так, я уже вернулся. 11, да, давай, возвращайся. Так, я вернулся. Так, Best of 9. 2-4. Так, ты уже представил игроков, нет? Нет. Сверху справа бирюзовый ТОС, который принес в этом противостоянии уже 2 очка. И Дитрих. И слева вверху в красных трусах Джеки Рид тоже. Красный зерк Смотис. Сделал агардрона, кстати говоря. Да, вообще читер, по-моему. Что-то потное. 340 АПМ, а ты что, больной? Прекрати. Ну что вот, вот потише стал нормально. Потише, братан! Сколько? 384 там было. 380. Что он делает? А, он просто в меня кликает. Понятно. Клавиатуру ломает, по-моему. Пощади. Почему все направо летит? Вы что, издеваетесь? Алло! Иди фотонки проверяй. Овером. Вот сейчас хата делается, а там справа пробка уже выезжает. Оп, сейчас пилом пойдет ставить. Все. Все по таймингу делается. Дам. Нет, там, конечно, фотонов говоря, не будет. Что без застроечки? Что за люди? Ой, кстати, да, что за топ-кек? У него нету оверлорда над натуралом. А, и что, третья нычка? А, нет, смотри, все-таки он контролит что-то. Обманул его. Ха-ха-ха. Лол, что-то я тут читаю. Чат тут такие толстые, толстые троллинги. Просто жесть, я вот все думал.
Что? Неужели такие действительно люди существуют? А, кстати, оказывается, да. Три хаты до пула? Ужас какой. Стандартный чатик ГГ. А, так это стандартный, ну ладно. Купил игру 5 месяцев назад? Серьезно? Ведь. Зачем ее покупать в этом году? Ведь. Я больше всего с этого. Да, это нормально. Ой, там что-то Дитрих... Ой, Радикал пугает, что там какой-то адский чел. Мы же не на диктанте. Какой адский чел? Его уже один раз унесли. Унесли, но тут... Страшно все равно. Да один раз унесли, еще раз вынесем. Это не проблема. Мусор мы часто выносим. Нормально, да? Ну, пошли шоцы. Тут... шоцы, да. Спаунинг пул. Все нормально. Дроны, хорошо, хоть дроны, надеюсь. А, слушай, он забыл, походу, сделать варп. Или он, типа, откладывает денежки на сталкеров. У него нету газа. А, он будет контролить адские этими сталкерами, понятно. Ладно, я понял. Так, ну, третий угнать. Смотри, тут уже пробил на 300 хитпоинтов. Слушай, зелок-то нормально режет. Пробка пробил на 300 хитпоинтов. Обратил внимание, прикольно. Зелок подошел, и пол хп сейчас уже не будет у хаты. Сейчас еще Кора со сталкером придет. Что ты тут будешь делать без квин, дружок мой? 8 собак, это что вообще такое? Что такое? Осень. Это... Так, так. Так, ну тут собаки как-то засмущались. Так, вылетели и немного засмущались. Сейчас бы дать себя окружить. Ой-ой-ой, пробку тут сразу хотят убить. Все, домой иди отсюда. Продолжи хату бить, молодец. Все четко. А, они сейчас еще в размен, небось, пойдут, нет? Размен, там стенка двумя этими гитами. Так, кстати говоря, вот сейчас будет ли секс под контроль? А! Ой-ой-ой, это опасно было, кстати. Я перенервничал только что. Так, две квины подходят, кстати говоря. Пробка вытончила, хорошо. Минус псы. Минус зелок. Остались два сталкера на много собак и на две квины. И собаки еще подходят. Смотрите, сколько там собак. Ой, Дидрих, пора сваливать, я считаю. Там муф уже почти готов. Куда ты? Ты еще совсем... Не, надо валить вообще отсюда однозначно. Коры особенно домой походу быстрее. Походу уходит, да. Ну, он... Что сделал? Он... Опять же, столько рабочих было сейчас потенциальных потеряно. Тысячи. Давай вообще посчитаем. Мне хочется математику развести. Вот сейчас у него 10 рабочих как бы могло быть. Ладно, представим, что там 6 псов. По юнитам, и... да, смотришь? Да-да-да. Так, вот 20 псов — это 10 рабов, правильно? Да. Еще 10 собак умерло, то есть 5 рабов. Допустим, там было 6 бы собак. Из 30 минус 6, 24 на так, 2, пошел 12 тут... рабочих. Ой-ой-ой, тут сейчас сталкера... Ой, минус! Хорошо, красный лимит, все. Ой-ой-ой, очень плохо. Ой, а вот это проблема. Это очень плохо. Это реально проблема. Это очень плохо. Ну, вот закрыл дверь. Дитрих. А вот это хорошо. Все, собаки умирают. Либо грызите, либо умираете. Они прогрызут вообще. Да как это они прогрызут? О, кстати, сейчас. Так, надо как-то, блин, тогда... Фух, так, отменяет все. Все отменяет? Нет, один оставил. Фу, ну это было лучше стрёмненько. И все, сейчас а, кстати, рабов... Говоря, красный лимит у Зерга. Да-да, вот этот доллар потерялся. Рабов больше, а красный лимит, он вообще ничего не будет строить. Экономика полный да, краш. Швах, терпит. швах. У нас Зерг сейчас ну, как я в Греции находится. Я бы, чтобы... ну ты это... ну ты тролль. так, надо, я просто очень я боюсь, когда и форжи нету. Ну, я люблю есть. Хороший. А, хороший. Вот это тоже хороший юнит. Ну, ты знаешь мою пламенную любовь к харже. Ну, да. Хороший юнит. Так, ну что у нас тут есть? Зерк. На трех хатах, одна полупробита. Я, кстати, для прикола ее бы ораклами допилил. Как тебе такая идея? Хорошая стратегия? Ну, смотря сколько ораклов было. Оракл хороший юнит? Он один раз испилит 400 хитов. Ну, да. Под квиной нет, по-моему. Ну, смотря сколько времени это займет. Так, а полностью две стал? Раскачанные нычки. Вот только сейчас побольше стал рабов у Зерга, но сейчас, мне кажется, вот этот хороший юнит это подправит, мне кажется. Сейчас был тайминг поставить третью базу. Ну, забегает Дитри. Тут, легкий залетает пусть. Тут Оракл и убивает прям квину с улета. Да, тоже можно убить. Так, ну правда тут... Ну, кстати, и рабов нарежет тут конкретно. Да. Ну, третьего можно, да, попробовать и все. Отключать и улетать. Чё себе чё делает? Ой-ой-ой. Чё-чё-чё-чё-чё-чё? Это очень плохо. Это очень плохо. 5 рабов убил и квину. Ну, окупился, конечно, но да. Он мог еще лучше сделать. Так, тут оверлорд залетает, самоубийца. Твилайт консул заскаутился, правда. Это не очень приятно.
Но с другой стороны, ну там, кстати, порки уже есть, они от орков, правда. Блин, это мне очень не понравилось, что он потерял все-таки народ. Там, кстати говоря, шпиль. А причем тут чаржик. прокси. Причем Черт прокси. возьми, это ГГ. Причем прокси. И везде газы работают. Прилично. Да, Уже, да. видишь, 400 газа. Ну, плохая ситуация, конечно. Но есть один Старгейт, правда. Так это не успеет просто. Ему надо это спалить как-то дело. Ну, никак не спалит это. Прокси, шпиль — это хорошая стратегия. Он столько нарежет, если фотонок не будет. А их не будет. Там будут псы просто, которые будут отвлекать на третий. Ну, да. Это очень плохо. И у него, как раз, видишь, еще обезопашивает себя, ставит сейфовый ручварин, чтобы отбивать силотов. А тут надувной феникс прилетает, все видит, но не видит шпиля, правильно? Зато видит, ну, да. весь газ. Видел же, правильно. Во, красавчик. Второй Старгейт, нифига себе. И третий. Прикольно. Но все равно уже в шпиль почти готов. А, он грелки пошел. Ну, он, по-моему, все-таки открывается через феникс. По крайней мере, в прошлой игре были через феникс. Так, ну, две фотонки. И зилоты защищают от забегания псов. Так, кстати говоря, там проход на мейн пустой. Ну, зилоты сейчас плюс один, кстати, если что, и с чаржем. То есть псы — это вообще просто не проблема. Ну, не проблема, да. Но тут они могут успеть Нексус просто погрызть, понимаешь? Ну, вот это насмерть. Да. А, нет, с этим он не контролирует, это в плане. Он решил фотонки пожать. Это ошибочка. Ой, кстати говоря, не очень такие уж... Низ... Ой, 12, 13 мут продакшн. Господи, боже мой. Господи, помилуй. 14. Пощади Дитриха, не надо. Да, грелки, все-таки грелки. Блин. Еще... Да, тут конкретное количество муты, очень конкретное. Сейчас бы вот 5 фениксов было, они бы это, может, отбили. Да не может, там они отбили бы. Точно бы отбили. Ну, да, тут будет очень плохо. Еще, видишь, тут какая ситуация. Почему муты не боится? Эти два пилона только... Держит этот Старгейт, прилетает, летит мута прям туда. Почему он не боится реально мут? Он тека вообще не видит. 12 мут прилетает. Я не могу понять, Дитрих. Все, минус грелок. Срочные. Надо успеть... А, он сделал рекол, типа. Ну ему чё, самое да. главное вообще защитить Старгейт. Старгейты, да. Да, а так он дальше это отобьет. Тут забегание собак опять. Тут эти фотонки будут отбиваться. Отбивать. Один зелок бедный варпится, и он ничего не сделает там. Так, оверчардж пошел. Надо туда просто через мув послать, туда максимум. А, вот грелочка зилотов. Туда может пойти. Хотя она медленно убивает, но на пофиг хотел тут подгрызть пилон, но передумал. Ну, видимо, тут будет играться караптор мута. И внезапно Зерк уже более-менее себя чувствует в игре. Да, но у него гридов, правда, ноль. Ну, что будет грейд на муту. Гриды догонят, это такое. Надо сделать... Майк платили процессу и сделать дальность. Да, не помешало бы. А ну, планируют играть чисто Феникса Зилота, походу, да? Нормально. Защиту тема. Земле. Первые корабли вылетают. Что-то забегание еще псов будет. А лимит, кстати говоря, равный, прям один в один. Но тут, правда, по нычкам сейчас вперед Зерк выходит. Правда, я не знаю, откуда он наскребет туда рабов. У него как бы мейн до сих пор не выкачан. Ну, правда. Конечно, дело 10. Ну вот уже количество фениксов какое конкретное. Да, кстати. Правда, тут карапторы. А, Майк фанатили уже наполовину. Да. Ну вот самое главное, что он этот кризис пережил. Мутозалетный. Это, конечно, неприятно, когда такое происходит. Но вот он нам как раз рассказывал, помнишь, с нами, когда кастил, типа, а, хрен с ним мутой, у меня 3 старгита. Мне кажется, Зерк допустил ошибку, когда он убивал слева от старгитов пилон зачем-то. Вот зачем он муты висел, убивал пилон? У него собаки жрут Нексус. Подлети, убей эту чертову фотонку вместе с мутой. Четвертая нычка, кстати, пошла. Нет, ой-ой-ой, тут висел. Фениксы. Фениксы палец, она... Ой-ой-ой. А, нет, не убил все-таки. Одного феникса потерял только. Ёлки-палки, ну Дитрих, ну если ты их не контролишь, зачем так делать? Какая-то странная стратегия. Мута караптора Линги. Плюс 2 на атаку на землю Дитриха, плюс 1 на атаку на воздух, половинка защиты воздушной. Там, кстати, очень много корабторов вообще. Да, корабторов очень уже конкретно, много. 9 штук. Еще до Дикани 6. Мне кажется, надо просто поставить побольше фотонок вокруг старгитов. Да. Я не знаю, почему он это не сделал до сих пор. Да сейчас пролетят мута, и она убьет старгиты просто. Оверчардж пошел. Вот, видишь, фокусится эти несчастные... Я надеюсь, у него был звоночек. Грей сейчас доделается. Я хочу, чтобы звоночек у него в голове зенькнул, что надо
фотоночек добавить вокруг старгейтов и пилонов. Да надо их везде добавить, вообще везде. Так, четвертая нычка пошли доделалась у Дитриха, пошли там газы. Плюс 2 на атаку мутия заказывается. Плюс 1 на атаку дальность на землю. Так, ну тут уже себя комфортно чувствует с почти пачкой фениксов. У него есть плюс 1 на атаку и 1 на защиту. Ой, так-так-так, тут ловит его немножко, минус феникс. Ну, на муту тоже разменялся. Ну там, блин, какое-то количество. Дерется неплохо. Только надо забирать, все-таки там уже реген будет. Правда, корапторы по сравнению с мутой практически не регенят. Я, конечно, ой, собаки пробегают. Ой-ой-ой, тут так. А, нет, не пробегают, слушай, он выбежал назад зачем-то. Ой-ой-ой, тут фениксов, главное, не потерять, они тут взяли, подняли. Надо возвращать всю армию, да, по-моему. Так, зерки справятся тут, как бы. Так, драка тут адская с зилотами. Ему сейчас надо шариков реально сделать. Кстати, да, тут шарики бы зашли вообще адским образом. Земно. Ой, тут центри теряется, правда. Жалко, самый жалко центри. Ой, мута чуть отлетел от корапторов. Кстати, прикольно, знаешь, что? Заставлять корапторов мувиться мимо муты и его фокусить. Угу. Тут, кстати говоря, очень хорошо зерк дерется. Он на халяву убивает зилотов. Ну, правда, зилоты тут не особо роляют. Прикольно, они так засплитились вокруг. Блин, да, тут очень нужны архонты. Пятая нычка практически вышла у зерга. Один на тальность вышла, на половине защита земная, на второго уровня. 197 лимита у зерга на 170 лимита тоса. Рабов одинаковое количество, 120 боевого лимита. Ну сейчас, в принципе, Дитрих правильно делает. Там у него фениксов много, и вряд ли оппонент будет муту дальше делать. Плюс 4 гейта, даркшрайн и архив одновременно. Архив хороший гнит. Угу. Так. Так, только что убил свою собаку, да, по-моему? Наверное. По лимиту не хватало. Видимо... А, он рача зачем-то? Он теперь рачи делает. Такая вот тема. 1-1 рачи. Делают да. И у нас 2-1. Вернее, 2-0-1. Собак тут смотрит. А, он сейчас будет пытаться эту нычку забрать, видимо. Тут, кстати говоря, с этой точки, с которой атакует зерк, нету особых фотонок. Они в другой точке немножко. Ну, такая себе идея тоже это делать, потому что сейчас тос придет, он тебе запрет просто здесь. Как-то я вообще не очень понял такую тему. Он уже отдельно корапторов, отдельно муты. Кстати, вот эту, представляешь, муту так поймать посередине без корапторов? Да, это вообще четко. Так, тут, кстати, забегание сейчас будет на мейн. Почему эта дырка здесь дурацкая? У тебя армия все равно внутрь не пошел, пойдет. Пошел на лом. Ну, тут плохое место для драки. Зерк убирает. О, тут, в принципе, кстати, есть грелки. Разогрев, грелок пошел. Не афкашить. Феники не Кстати, три архонта есть, они тут все разнесут. Мне кажется, надо кликать прям до базы и все. Тут, по-моему, никаких аутов у зерга нету. Два на атаку у воздуха Дитриха, один защита. У зерга только атака на воздух. Ну, запустил бы несколько зилотов куда-нибудь там разводить, правильно? Я не очень понял. Да, тоже можно. Рачи, как я понял, он чисто против архонтов сделал, на самом деле. Правда, они до них не добегут, по идее, там чарджелоты все разнесут. Да. Такой мясной лимит, конечно, у зерка, реально. Вот эти 21 кораптор, они вообще ничего не делают против основной армии ТОС. Не, ну, на самом деле, у ТОСа достаточно тоже мясной, да, видишь, зил-то сколько. Это не очень, как бы. Ну, смотри, как классно занимает позицию Протос. У него, правда, в чем проблема у него главная, у него нету детекта. Тут прокси какая-то, нычка какая-то вообще неадекватная. Так, и тут как-то пытается обойти тут. Какая прокси? Ну там была прокси, так, пошла драка. А, понял, да. Разогрев прожимается. Я архонты нарезают. Ну тут, по-моему, очень хорошо дерется. Ну да, по земле зерк. Отлично. Для, по земле по воздуху только. По земле ТОС выигрывает, да. Там гидролиски пошли и рачи. Ну смотри, по воздуху осталось что-то даже у ТОСа. Опять эти фениксы висят. Если у него получится принять армию по частям, тут будет победа у ТОСа. Тут обязательно надо по частям принимать, но это так и получится. Дотекание тут... Шариков не подставлять. Так, тут с нескольких сторон атакует зерк, это очень неплохо для него. Там зилты занимаются ерундой. Но все равно шарик дерется по частям. Зилты подбегают, убивают, все это дело. Дотекание сталкеров подходит еще. Жалко, кстати, что архонтов мало. Если бы он на мутере максился. Архонтов по... А, хотя нет. Всех, всех сталкеров обоссали, но, по-моему, это не помешает. Чего не было бы. Протосу. Так, забыл действительно этих фениксов. Жалко, конечно. Но они бы ничего не, в бензе, не сделали да. бы. Они бы ничего не сделали, потому что тут корраптор летает. Ну да, все равно. И как раз по одному, по два юнита вылупляется.
чисто чтобы умереть. Тут какое-то адское количество спорок, ой, из этих самых санок, я вот не понял, что за тема. Что это такое, типа против дропов? Или он типа готовил так, чтобы поджать, как Адриан в прошлой игре? Ну вот, планирует нас сталкерами тут допушивать Дитрих, как вы поняли. Тут гидролиски. Ой, что-то провтыкивает, тут мимо пробегают гидролиски. Ну пусть бегут, а что они сделают уже? Пусть бегут неуклюже, да? Да, гидролиски положим. Плюс 3 выходит на атаку Протоса, и это очень хорошая для него. Ну, а мы их полифтим чуть-чуть. Да. Наконец-то умерла эта хата. Кстати, она, по-моему, так до сих пор и не открывалась, да? Или нет? Да. Опять начали ссать. Ну что, вот он мой любимый юнит. Сталкер? Да, сталкеры с блинком, которые уносят все остальное. Ну, они так, неплохо, кстати говоря, дерется зерк для своей ситуации, но тут как бы без вариантов. Да, уже по грейдам преимущество, и количество тоже огромное. Тут я не понял, правда, что он дрался именно гидролисками. Надо было нет, либо гидролисками и рабами. Это же рабочие! Либо побежим. Собак. Что-то как-то собак-то нету. Ну, да. ГГ пишет Смотис. 4-3. Какой пот. Открою секрет, ему ларвы не хватало на все. Вот в чем проблема. У него банк там под 9000, но ларвы. Ларвы вообще нет. У тебя какая модерация в чеке? В чеке. Да. А что, кого-то надо забанить? Нет, там уже забанили, просто вдруг ты не разрешаешь банить, типа такой. Не, мне вообще похеру. А, типа. Меня попросили сделать канал на ГГ, как бы игроки, пусть они сами и модерируют. Мне вообще как бы без разницы. Мне ГГ очень не нравится, у них там эта реклама принудительная, вот это то, что вокруг вот эта хрень, вот сейчас Бэтмен. Да все, я понял, я на понял. На него кликнул и попал в ад. Я вообще не очень люблю такую тему, я обычно без рекламы люблю стримить. Денег это, конечно, не принесет. Как и, конечно, там миллион денег. 3 рубля на сегодня. Гуляем вообще. Так. Кода. И как тут свали, кода осталось. Еще 29 на пиво хватит. Дешевые. Да. Так. Кода, а потом, наверное, этот. А что, можно разве 2 Джокера? Что за бред? Ну, узнай. Эй, какое чё? Я думаю, только один Джокер. А, посмотрим. Его. Так это чушь какая-то, что можно 2 Джокера делать? Ну, как бы да. Сейчас бы правила почитать где-нибудь. Только если, то есть они... Да, вот правила. Плей-офф выделяется Джокер на каждый матч. Все. На групповой этап только 2 Джокера. Ну а, да. Это вообще на групповой. Плей-офф выделяется Джокер на каждый матч. Да. За одну КВ можно использовать только один Джокер, даже написано. Там просто как бы баг, там именно в этом статусе написано, что там типа... Что хм? Там написано, что 4 типа есть, но на самом деле нифига. Так, посмотрим, что вы тут наудаляли. Так, ух ты, тут какие-то разрывы были. ГМЛ, фигня. Ну, парень пришел порофлить в чат, а его забанили за это. Вот я считаю несправедливо. Я в своем чате вообще запрещал бы банить такой, только бы за мат банил. И то на ГГ чисто, только за мат. Так, пусть парень рофлит, ты чё. Можно игнорить таких людей, они сами идут. Чем их банить? Можно, конечно, прописать фыву на 2 часа, но он же повышает тебе этот, как его называют-то? Стрим-то выше твой этот делает через чатик-то и сам смотрит стримы. Я не понял, что делает выше. Ну, в Good Game же как, на главную заходишь, а там стримы по количеству зрителей в чате. А, и чё? Ну вот, он в чате плюс один, типа, чувак. А если ты его забанишь, его там просто не будет, по-моему. А, вот оно что. Вот, видишь, ой, да. Я, кстати, хотел посмотреть, на какой странице тут эти кнопочки. Так,
Третья страница пусто. Так, так, так. Четвертая. Да. Вверху. Ух ты! Видно прям финал. Круто. Финал. Ну да, как-то это они придумали, что типа 4 Джокера в два лица они тут затащат его весь плей-офф. Кстати, давай посмотрим предыдущие игры, как были. Что, блин, может они и в прошлой игре так делали? Парофлис Дитрих. А, нет, там одного Адриана хватило. Там, да, там он с Солянова расправлялся, так что... Это... Да, он там выходил, добивал всех, понятно. Ну и что они теперь будут? Это все? Ну, не знаю, пусть ищут еще игроков, что у них же там заявки сколько. Заявки у них еще есть Гавибир, Угис и Крэкен. Угис у них тоже вроде неплохой игрок. Сейчас посмотрю их, как они в раунд-робин. Так. Так. Угис 1-1. Зерк это. Гавибир 10-5. Вот, пусть играет. Да, он, кстати, сидел тут целый у день в чате. По ПВЗ Ладно. У него 67. 2-1. А... Кракен, Протис, если они решали выбивать клин-клин, тоже у него 67. Жуть какая-то. А, это сейчас счет-то только 4-3. Ну да. Если кто не понял, счет только 4-3, уже половина 12-го. Да я вообще офигеваю. Так. Против команды с одной расой превратили финал в черт пойми что. Пользуясь случаем, хотелось поприветствовать всех на стриме Удесса, напомнить, что на канал надо подписываться и ставить к нему плюсик. А, да? Ну ладно. А ты не обалдел ли так читерить? Ты же можешь во время игры так зайти. Микрофон да, вытащишь, чтобы не фонить. Тебе надо пошел отсюда. Забанить. Иди тащи, задолбал. Ладно. Вообще такой нормальный, влезает. Мы же тут за фейерплеи. А то потом придерутся. Да, ну вот, блин, они все испортили. У нас был тут миллион людей, а теперь, пока эта пауза, все, все разбежались. Так всегда, да. Так, быстренько засекли 10 минут, чтобы не играть с ними. Так, знаешь, что мои часы показывают? Что? 300 рублей. Ну, разница между первым и вторым местом 300 да, рублей. Да. Каждая минута в 30 рублей обходится им. В полдоллара у почти. У Идриха, кстати, сейчас уже 2 ночи практически. Что у него резонно. Что он так... 6 минут назад закончилась катка. Хотел по-английски спросить чат у Дитриха, но думаю, ладно. Чё это я буду? Чё-то никто Бэтмена не стримит, он же вышел. Ах, да, сори. Он на ПК лагает. А, это, кстати, какой-то у меня есть знакомый, он, короче, ругался на Бэтмена этого, ругался, а потом начал играть и офигел, говорит, очень круто. Такой вот он странный чел. Ну, правда, видеокарта, как мой компьютер, наверное, стоит. Какой-то там... Вы можете не играть здесь, она у всех вообще просто... R9, что ли, какая-то? Там не от видюхи зависит, там просто порт кривой, и даже из Steam убрали сейчас. Не знаю, у него, короче, все заработало, как почему-то, я не понял. Ну, не знаю. Так, если я включу кондей, обидится ли кто-нибудь? Будет ли слышно его, самое главное? Так, сейчас посмотрим. 7 минут назад, это уже... О, наверное, слышно, да? Что? Кондей слышно? Ну, так, немножко. У тебя шумоподавление, небось, есть? Кто такое шумоподавление? Ну, там модные всякие фиговины. Я бы себе какое-нибудь шумоподавление на микрофон купил, но, сори, я не знаю, где такой. На мой микрофон слушайте, ничего у нет. У тебя не USB-шный? USB-шный. Ну, как USB-шный у всех, по-моему, есть встроенное шумоподавление. Ну, у меня, по крайней мере, говорят, что типа, о, какой у тебя крутой микрофон. Ну, я бы с удовольствием подавил, я не знаю как, может, мне надо было дрова вообще на него ставить отдельные. Я что-то поставилось само. Сейчас я полазю, свойства. Ну, я ничего не трогал, но мне говорили, что у меня такая фигня стоит. Фиг знает, короче.
Сейчас, секундочку, буквально. Ну вот, тут я даже включу пока. Вот постоянно такая фигня, какая-то там за место играет игры, да, а и пишут в чаты всякую фигню. А когда я вот сижу и ничего не делаю, всем, конечно, нет до меня дела, и все молчат. Что за бред? Давайте как-нибудь будем болеть, поддерживать российскую команду в финале РСТЛ, российской лиги, понимаете? Ты забыл про дивизион? Про номер его? А, ты хочешь, чтобы номер дивизиона опускать тактично? Ну, как бы все равно, плотно. Это ты опустил, не я. Тик-тик-тик-тик. Какие тут смешные смайлики. Тик, собачка какая-то. Так, надо что-то протасекское запустить. Во! Почему двух? А разве больше можно? А ты еще больше хотел, да? Ну, не знаю, два зилта хороший юнит. Так. Все, я охладил себе комнату. Вот я ни разу кондеем, наверное, нормально не пользуюсь. Я просто включаю его на 2-3 минуты, чтобы охладить комнату. Все. Я не могу под ним сидеть. Он такой холодный. Я ставлю 24 градуса, мне холодно. В квартире 27. Вот. Не знаю. Может, я что-то не так делаю? Так, CS плюс 1 Москва, да? Да. Плюс 1? Да, плюс. Хотя нет, почему? Не знаю, что как с Украиной, а дальше не знаю. А ну, сколько написано на этом? Так, ну я надеюсь, все довольны моей машиной. Ужас. Стрим уже знаешь, сколько длится? Так. 2 часа 52 минуты. Последний раз мы так долго стояли, когда турнир проводили. Неправда. Тут не поспоришь. А что, 15 минут надо ждать? 10 же? Да, 15 минут, а 10 минут после дисконнекта. А, понял, понял, все. Ферштейн. Я-я. Во, все, капец, все убегают. Ужас. Ну, не видишь, что ничего не происходит, и все сваливают. Правильно делают. Я, кстати, зарегался на какой-то лиге. Вот это так. Будет интересно будет игрокам. Называется Чоба Тим Лига. И там, короче, какие-то очень странные правила. Во-первых, там система про лиги. И там встречаются игроки сначала из золота, потом из платин, потом алмаз. Угу. Интересно как-то. Ну это такое палево на самом деле. Хотя ладно, никто не знает, кто это. Ну да, конечно. Что? 8 игр, 3 победы? Что с тобой, патчмастер? Ты чё, вообще что ли расклеился там? Ну-ка, чё по статистике.
Статистика. Зеркалки проигрывать. Да. Неужели все против того самого были? Еще и Протосом проигрывает. Фу, позор, блин. То есть, да, уже понятно, что зеркалки не с Протосами. Можно угадать, кто это потихоньку. Да, сейчас они, знаешь, уже... Ну как бы, я как бы всегда, конечно, за игры, всегда там за то, чтобы лишний сет сыграть, там, всегда жду оппонентов, ну как бы, когда уж прям так поздно ну, уже... Ну да, у нас тут как бы не best of 5, тут нам еще, то есть, два сета еще играть после этого, это что-то вообще не очень. Я надеюсь, просто он придет хотя бы на последний сет, вот сейчас вот пройдет время, будет 4-4, и тогда будет сет, тогда появится чел, а как бы так уже что-то долго. Ну, как обычно, 4-1 ведешь, у тебя все игроки уходят, потом где все, бегать искать, как дурак их. Ты его понимаешь сейчас. Да ведь? Господи, результаты кто-то представляет, что за задрот. Да, на этом всем выдал же матгеров, теперь все выставляют. Четко. Квазар, что ли? Насчет правил, ну вот. Rules. Ну там написано именно 15 минут следующего игрока и 10 минут если дисконнект. Вот. Отсутствие старта игрока или следующего игрока через 15 минут после прошлого сета или через 10 минут после дисконнекта. То есть дисконнект 10 минут, прошлый сет 15. Так, ну что, видимо уже 4-4. Просто видишь, проблема, что ему вообще никто не отвечает. Пытаюсь умничать тут. Делать нечего. Пытаюсь общаться. Социальные скиллы развиваю. А вон Авилла стримит как раз. Вот как плохо жить в этом. Ну. Тык-тык-тык. Ну что тут вы мне написали интересного? Что хотел сказать-то? Задумался над твоим этим. Вот как плохо жить в Евросоюзе. Ты не можешь позвонить. Почему? Ну там типа, наверное, дорого. Даже за границу считается. Да, ну. Нет. Ну, во-первых, сейчас там... У нас-то каждый WhatsApp'ом и Viber'ом пользуется, а там, мне кажется, поголовно все. Не, ну, допустим, на телефон сейчас позвонить. Вот, не что, там. У нас-то между... У нас в России еще как-то может что-то... Не, это... мне кажется, это не так дорого. Ну, ты это знаю, слышал, ты... эту историю насчет таксистов в Париже? Которые сбунтовались? Ага. Ну, у них там всегда забастовки у любого класса рабочих. Ну, там вообще. Какая-то вообще жесть. То есть, там появилась какая-то альтернатива, которая лишает этих обезьян с машиной работы. То есть, они там платят, просят 30 баксов, 30 евро, а эта фигня, Uber, за 10 евро предоставит поездку кому угодно. Вот. Да. И они, короче, бабахнули. Там прикольный этот Татьяныч бабахнул. Лебедев, что типа вспомнил еще приплел, знаешь кого? Ты никогда бы не догадался. Приплел изобретателя печатания этих книг, представляешь? Что типа он же в этом в России это придумал, в Руси, вернее, да? Вот. Так. А он когда эту фигню придумал, прибежали эти переписчицы и переписчики с этими своими гусиными перьями и сожгли ему дом, короче. Представляешь? Он взял, свалил в Чехию. Тут вот то же самое примерно. То есть появилась какая-то более продуктивная схема
доставки людей были выгодные, были хорошие, и всех разогнали. Бензин подорожал сегодня. Да, еще на 20 копеек, 92-й, точно. Я просто иду на работу, у меня обычно там заправка рядом перед входом, я прям смотрю всегда. Ой, какой ужас, какой. Я никогда бы не хотел бы проходить мимо заправки по дороге на работу, а то это не расстройство. В смысле? Ну, смотришь, бензин еще дороже, еще дороже, и вообще умираешь. А там ночью еще скидки, 50 копеек. Не, не по ночью, а воскресная цена, по-моему, у Лукойла так. Не, это именно, да, вот Лукойл как раз, там ночью скидки. Ночью, да. И обязательно воскресная, да. Ну, я вообще обратил внимание, у Лукойла самый дорогой бенз вообще, и да. Непонятно почему. Он такой же, как бы, у них, они, почему-то у них такая аура или репутация, что типа у них самый крутой бенз. Но на самом деле, мне кажется, не... То же самое. Я, например, вот сейчас наткнулся на одну заправку крутую. Она почему-то по Горьковскому направлению только есть в Москве, в Московской области. Называется General Fueler. Он типа стоковый поставщик бензина для Peugeot. Вот в этом, в Европе. На Унтас как-то появился, я не знаю почему, но в итоге там очень дешевый бенз. И вообще норм, у меня вообще проблем с ним не было. Еще там есть карточка, там... А, на 8%, ну да, 8% скидка, это вообще больше нигде нету. Офигеть. Короче, выгодно. Там, то есть, залил 20 литров, ты уже отбил стоимость карточки, там 100 рублей он стоит. Круто. Нормально. Вот. Так, ну, если кто присоединился, мы тут ждем следующего игрока от команды GG, Galactic Gaming. У них сыграло два игрока с Джокером, и на этом... Все. Дитрих решил уничтожить всех и вся. Уже, то есть, 3 очка принес. Вот, ну, что-то как-то не удается их манагеру кого-то вызвонить. Ох, не хотел бы я на его месте быть. Представляешь, ужас какой-то. Да. Я остался один сет несчастный выиграть, и ты не можешь ни одного игрока найти. О, я бы вообще сдох, наверное. Ну, ладно, будто такого не было. Лол? За что? Ух ты. За бот забанил. За что? А что за бот? Ну, Элис, стандартный бот, он за всякий стандартный мат такой банит и прочее. А-а-а. А что он сказал? Ну, может, он расстроился, что... Может, только не в этом чате, если что? Наверное. Сколько времени? До 4-5? Ну, сейчас, да, скажу я ему. Так. Как ты так умудрился забаниться-то? Я вот не знаю, честно, это надо хаку? Нет, это не он. Терган. Это же... Терган, это, по-моему, Матвей. Матвей, это ты, что ли? Я не знаю точно, но, по-моему, как я понял из его речи. Так. Кстати, мне так и не ответил, он починил или ничего. Наш, наверное, не он все-таки, он же не компьютер. Да не, не он, по-моему, он раньше был. Без понятия, короче. В чате. Я вот к чему... Как так получилось? Если тебе есть куда написать, мне просто интересно, за что. Реально, за что. Здесь мы ждать. Вот. Я не вижу ни единого ругательства, ничего. Похожего даже не вижу. Где-то там. Где-то там далеко-далеко. Что-то чувак монитор захотел купить сейчас. Это пипец. Я свой 27 брал за 9200, что ли. Ну, ты вообще богач. Это давно было. У меня, чувак, наверное, два монитора стоит 1500. Не, я брал хороший специально. Ну, 27-дюймовый, алло, ты чё? О, нифига себе. У меня есть желание привесить на стенку, короче, монитор. У меня стоят... у меня стол стоит торцом к стене, и вот они стоят, два монитора на этом столе. Я понимаю, да. Я да, хочу да. Вот к этому стенке, которая торцом упирается сверху, короче, на кронштейне прихерачить зарую хрень такую. Я вот не знаю, правда, что там смотреть,
наверное, какой-нибудь там стримы всякие такое. Ну да, можно, вот у меня вот висит телек, я могу сейчас... Его, короче, с другой стороны, сзади мониторов у меня диван, и то есть, получается, можно что-нибудь поставить, и развернул, короче, так, нормально. И смотреть что-то, вообще прикольно. Ну, правда, это будет стоить миллион денег, конечно. Я так просто обычно один из мониторов разворачиваю, и все. Ну, сейчас да, сейчас на самом деле телек, смотрю, ну, не знаю, сколько... Насколько тебе надо огромный? Вот 40 дюймов 30 тысяч стоит. Не-не-не-не-не, я хочу какой-нибудь помаленький. Поменьше, ну, 20, наверное. Не, не если телек обязательно, меньше. А именно дисплей. Нафига мне телек? Дисплей. Не особо охот телек. Ну, может, ну, хотя я не знаю, вот сейчас вот, опять же, я не договорил, 27-дюймовый монитор стоит 1014. Это пипец просто, я охренел с тех цен. Нет наворотов особо никаких, там просто два HDMI и все как-то. Угу. Я так вообще смотрю, вы чё, ребят, совсем? Ну да. Сейчас эту технику перестанут покупать, ничего не будут делать. Ну, кстати, да, вот я не понимаю, почему до сих пор там еще технику не перестали покупать. Странно. Там же она стоит миллион денег. Ну, с другой стороны, квартиры тоже у нас стоят миллион денег. Ну, квартира это как бы такая вещь, без которой не выжить. Домик в Мексике двухэтажный, ну, не то чтобы коттедж прям, но двухэтажный домик нормальный стоит 2 миллиона. А у нас квартира. Да. За 300 километров от Москвы только там 1,5 ляма стоит. Тут домик тебе. Так. Что, сидим, прохлаждаемся, мы уже 25 минут. Да, я узнаю, что бот банит за ругательство, я вот не могу понять, за какие. Ну, всякий мат, наверное. Просто если он забанил его в другом чате, то здесь А, нет, может тут показывать. Это же хитрый бот, это же, блин, писали ж такие люди, которым ничего и не снилось. Что сказал, не знаю, но... Надо что-то говорить, заполнять эфир. Потому что там фоновая музыка очень тихо, очень тихая, она на стриме, пипец. Музыка, в смысле, из StarCraft? Ну да. А я все время забываю эту фигню. Кстати, где вот эту фигню выбирать? Помнишь, ты мне говорил, есть эта фигня? Какая эта фигня, о чем ты? А, вот, давайте, Дидри хочет что-то побазарить, сейчас его добавлю. Давай, пусть заходит. Так и быть, разрешаю. Спасибо, вело, господа. Тут такая история. Раз вы со мной не стали говорить, я пошел говорить с их менеджером. Ну... тишать там вся фигня, и он как говорит, блин, вот если бы у нас в лайнапе, точнее так, вот если бы нам дали сыграть с чуваком, которого нет в лайнапе, я такой, покажи мне, что это за чувак, давай. И он такой, Угис. И короче, он пятый у них в лайнапе заявленный, я такой говорю, он такой заявленный, ты бы видел, сколько там было мата и счастья. Да? Так он его нашел или нет? Я без понятия, но вроде нашел. Прикольно. Но я думаю, он бы не сослался на него. Забавно, конечно. Так, Угис. Угис это тоже зерк. Там у него на командных лигах у него 50%. Две игры. А проиграл Терану и выиграл Терану. Вот так. Ну, нифига не понятно, короче. А найдите мне его этот. А ты не можешь? А можно, еще я найду. А я здесь игрок. Для меня все должно быть комфортно. Попробуем. О! Я принес тебе воды, но извини. Блин, причем у них тут дофига народу онлайн, кстати говоря. И мейла есть. Или может это все перепутано? Так, как там его зовут? Угис. Да уж сам, видимо, найду. Угис. А, вот он, да, он, блин, онлайн появился. К твоему несчастью. Так, ну чуть-чуть ты не затянул. А вы меня это, того кикните из команды, если я проиграю ему финал. Так, сейчас. Тут все или ничего. Да. Короче, блин, тут только текущий сезон, конечно, может понять. Непонятно, какой у него пойти. Ну, проценты все были. Все сезоны. За сезон там 50%, что-то может быть. 56. Лол. У него ЗВП лучший. Черт. Он играет, что ли, что он бизи? А у предыдущего чувака знаешь, сколько был? Сколько? 74. Так нет, за все сезоны? Нет. А может и за все, не знаю. Там Радикал говорил, 74. Ну что, готов ты?
Нет. Ну, тогда нормально. Все, иди тащи. А сейчас с какого счета-то начинаем? Ну, 4-4. Блин, на твой выбор, понимаешь? Как бы сейчас уже 4-4 по правилам. Ты да? там начал там. У них просто другого по-любому нет. Кто-то хочешь дать, кто не хочешь дать. Короче, давай. Ну как, и как хочешь. То есть, либо ты подождал его и типа фэрплей. Я как бы, мне без разницы. То есть сам. Короче, все, пока. Тащи давай, понял? Так, все, я его выкидываю. О, вообще выкинул, найс. Так. Так, наконец-то пошла эта тема. Последний. О, синенький. То есть непонятно, то ли последний сет, то ли предпоследний. У них другого игрока нет. Вот в чем дело. Он один появился, и все, это последний игрок, у них другого нет. Вот этот корабль, что-то там этот. Короче, панда это. Ну, может, он появится, понимаешь, за то время, пока мы будем тут играть. Так, Угис готов. Мы просто хотим компетитив. Поэтому мы ждем полчаса. А, вот тут. Терган теперь в Twitch пишет. Тут его никто не забанит. На что он говорит? Он говорит, что Galactic Gaming евро... Ну, короче... Евро... нетрадиционной ориентации. Европейцы? Вот. То, что они не ставят техлус. А, ну вообще... Ну как бы да, если бы они играли по правилам, то да. Но мы же, видишь, мы же позволяем им. Ну да, это как бы на выбор. Я обычно вот такие... как бы... дилеммы оставляю как бы на игроках. Если им они спешат куда-то, то это ясное дело. А если не спешат, то можно и поиграть. Мы же как бы... платим деньги за то, чтобы у нас есть платформа, где мы играем и соревнуемся. Нам же как бы... не за корову там сражаемся. Да. Тут не ради денег, а ради, во-первых, practice. Practice makes perfect. Дедрих, видимо, читает его профайлик или что оно. Так. Торно решил спросить его. Так, все, поехали. Так, ну теперь я не знаю, что теперь. 4-4 ставить или... Да все, ну, уже 4-4. Это последняя решающая игра. Должно быть сейчас уже 4-4. Окей. Ну будем считать 4-4, ладно. Я просто так и не понял, что хотел Дитрих. Он сначала сказал, типа, поздно, все. А, ну, конечно, там... он недоволен. Ему же надо высказаться. Это же игрок, у него напряжение скапливается внутри. Если он скопится, он будет плохо играть. Ну да. Надо. Так, коды ЛЕ. Начали мы с кода и закончим коды. Вот так вот. И снизу слева. О, снизу справа. Синий протез. Команды HTT. Дитрих. И слева вверху зеленого цвета зерк из Galactic Gaming Cougars. Очень потные сегодня игры. Просто полностью потные. Да. Ace матч. Матчпоинт для обоих команд. Дитрих идет на алкил только с помощью Джокера, правда. Это как назвать? Фиксит алкил или как? Вот уж не знаю. Я знаю, что Угис хочет посмотреть, не заспавнился Дитрих, потому что тут много вариантов, и он хочет это знать точно. Все, он готов. Он посмотрел стрим. Теперь знает, куда надо рашить. А, точно. Узнал, где это. Да. Четко. Тоже так делаю. Хотя нет, я же не играю, значит не делаю. Так, ну что тут? Застройка обычная для... Ух ты, два овердрона. Сейчас будет какая-то адская хрень, спорим? Сейчас будет пул 10? Пул 12 уже. А, уже пул 12. Время быстро идет. 100%. 100% будет пул 12. Ну, овер нет в заказе, да, это пул 12. Надо будет вовремя Дитриху пойти разведывать. Опс. Подъехали. Проклятые чизеры. Ставь гейт и езжай на разведку. Молодец. А, нет, не хочет разведывать. О, если он там лзанет. Это такая игра, что если ты проигрываешь, то ты бабахаешь и бабахаешь до конца жизни. Да. Просто Солянова проиграл нам КВшку.
после этого. Не, ну пока что не все непонятно, но, конечно, очень плохо. Тут будут, конечно, без мува. И плюс, когда с гита открываешься, то можно успеть и до мазашипкора как-то дожить. Да-да-да. Дидрих вообще не любит скаутить. Как я заметил. Ну вот, пошли собачки. 6 псов. Ой, продакшн, наверное, надо открыть, а то я что-то без него сижу. Думаю, что-то не хватает мне. Так, куда ты дрон поехал? Пошла. И это фейк! Что? Вот зачем тебе ставить? Ну, не знаю, ладно. Что-то я не понял, да. Ну такой тип опенинг в псов, чтобы на что-то нахарасить, видимо. Ну да, наверное. Квина будет быстрее сейчас. Так, вот сейчас, короче, будем решать, крутой чел Угис или нет. Если он крутой чел, то он опрыгнет пробку. Если он не крутой чел, то он не опрыгнет пробку. Зелагис палится. Не опрыгнул, он не крутой чел. Беги, пробка! Хорошо. Так, а чё он... А, он в лимите сидит, я понял. Спросите, чего он вообще это? Так, сейчас мамку надо зафорсить. Так, пришел Дитрих, видит эту самую хату. Сталкер. А это хорошее решение, на самом деле. Фу, он даже не законтролил собаку. Ну, кстати, видишь, вот эта застройка, в чем трабл ее, она... позволяет грызть трем собакам Зилота. Ну, короче, вообще, я не понял, что тут хотел сделать Угис. Он потерял двух собак, он просто прогрыз пилон, и все. Квина тоже позже вышла, если бы он... И спас еще пробку. Хотя бы Квину. Какая-то вообще... Я не знаю, что это такое. Ну, я, наверное, думаю, что это нервы, типа, или как это назвать. Ну, он, видишь, он появился в онлайне, мы сказали, играй, иди, давай. Ну, да. Это типа как нашего именно, по идее. Ой, там сейчас... Ой, там что-то... Там Корка что-то сталкера убивала. Ух ты, красный лимит еще. Офигеть. Ну, ненадолго. Ну, ненадолго, но все равно неприятно. Смотри, сколько ларвы. 7 штук ларвы сейчас. Ну, все равно 7 дронов он сделает. Ой, тут пуш, походу, будет, однако, под эту тему. Да, слушай, под пушек. Сейчас хотя бы он псов их прогонит. Мне не нравится, правда, состояние зилка. Ну, да. У него все тело красное. Блин, мне нравилось в Брудваре, там какие-то руки красные, знаешь, да там. А, да, блин, круто, там. А тут такой фигни. Хотя нет, тут есть же, нет? Нет, тут есть. Здесь все тело, по-моему. Точно, ё-моё, нету нифига. Я только сейчас понял, что этого нету. Офигеть. Третьей нычки нету. Заставил собак заказать, 8 штука. И мувы нету, господи, что ты сейчас будешь делать здесь, скажи мне. Можно реально сталкерами убивать. Ну, а как тут? Как бы, пока, правда, катить, собак очень много заказывает. Катить бесконечно. А что он столько собак делает? Ему не надо столько. Зилу-то сейчас плохо будет. Ай-яй-яй, мамка, ай-яй-яй. Мамка неужели потеряна будет? Не-не-не, все нормально. Ой, тут кайтинг. Про кайтинг сервис. А, и тут бейлинг бас, двух нычек. А, ну неплохо тоже, да. Ну да. Но он должен понимать, что много псов. Центря, правда, делается. Ну, она, конечно, делается. Вид псов по-любому будет делать центрю. Нету застройки адекватной. Есть два зилта в проходе. Очень сталкера. Плохо, кстати говоря. Уже один сталкер в проходе. Ой, все плохо. Еще до баста даже плохо уже. А сейчас пойдет форсфилд. Правда, плохо, что форсфилд, потому что... Ох, все-таки убил. Хотел красиво сделать, но не очень получилось. Блин, а филда-то сейчас нету? Да нет, он нормально сейчас тут будет. А, вот, что, здесь смотри, хорошо. А рычаж главное не запускать. Угу. Можно вылететь, посмотреть, вылететь. Вылетает и видит бейлингов. Эй, тут ретард магнит. Магнит, да, работает. Так, бегут бейлинги. Форсфилд плохой. Или хороший. Ну, гейт, вот тут не умрет, гейт. Равно. Нет, сейчас умрет, его сейчас дожрут. Так филд все равно есть. Ой, привет. Проскальзывает. Блин. Оверчардж. Надо застраиваться срочно. А, тут зилоты подошли. Ну, нормально. Отбился, все. Молодец. Да. А там еще собаки. Ты что, продолжать собрался? Серьезно? Вот сейчас это пойдет. Сейчас пойдет гейт. Все. Здравствуй, давай, лбись сюда. Пробку, да. Конечно, загрызи, попробуй. 21 рап у зерга, 29 у протеса. Ну все, теперь зерг играет from behind. Даха говорит, что это хитрый план был. Хитрый план. Только нельзя было собак терять. Такая тема. Так. Такой себе план. Ну, вообще, да.
Дитрих просто не этот. Ну, пошел лейер. Пас, поэтому он шарит все. Отбивает. Вот он, блинк мой любимый, да, табуреточки. И никакого тека не надо, там просто псы. С плюс один сталкерами можно будет это расшатывать. Да, там даже и рачей это все убьет. Без проблем, в принципе. Которых не будет. Ситуация неплохая. Там вообще и третью даже, он даже третью решил строить. Ты понимаешь, там строится лейер и один газ стоит. А вот пошли козы на натурале. Надо все-таки порасканить, что там нету третьей нычки, и как бы не стоит свою, мне кажется. Толку особо нет. Я как бы не очень люблю слишком быть жадным. Так, собаки бегут. Он продолжать собрался, что ли? Может, там он еще мув сделает бейнами, да, не пошел, знаю. Да, пошел, полетел иллюзия Феникса, бустится блинк. Ну, роучи, конечно. Что же еще можно построить? Ну, походу, сейчас будет миллион этих гейтов. Да? Нет, там Nexus. Просто я смотрю, вот пошли газы. Так, вот пролетает Феникс, и что он видит? Он видит натурал. Кстати, рачевник он так и не обнаружил. Не обнаружил он также и третью нычку. Или он уже закопка? Вообще? Вот это плохо, нужно детект иметь. Или превосходящие по силе грейды. Они, в принципе... Так, надо увидеть, что это за здание. Не, по-моему, не прокликал. Не знаю, там что за здание. А, кстати, он успел его увидеть, что он был... О, да, ух ты, смотри, оно прикольное, такое маленькое рачевник. Маленький рачевник. Прикольный какой. Ой, такой... Ми-ми-ми такой. Ой, добавно получилось. Так, там собаки, по-моему, отдавались, да? Ну, они там чуть-чуть, да. Немножко поддавались. Я, кстати, вообще удивляюсь, что процессы догадались вот так застраиваться фотонку только, блин, буквально там год назад. Mm-hmm. До этого никогда так не строили. Вообще, подожди, забавно. Вот что стоит сейчас за стройки на третьей базе? Я сплю уже или что? Роботик сюда. Робот, да. Ну ладно, в принципе, тут ничего не угрожает. Пошла третья, и, кстати говоря, по-моему, да, Дитрих заскаутил это. Ну, тут уже плюс два. Он сказал такой «Ноу!» И идет, типа. И опс, кстати, делает. Пса, только что-то у него нету этого пилона. Подварпа, да. Пилона запасного. Можно было призму даже первой делать. Ну, там нет закопки. Может, он, кстати, сделает? Нет, он туда псов бустит. Так уже смотри, поздно, тут хитрые. Тут хитрые закопанные эти зерлинги. Да. Кстати, а вот как вот и зерлинги закопанные видят что-то дальше своего носа? Что за бред? Они же должны. Да, это бред, по-моему. Нифига не должны видеть. Мне кажется, их должно быть видно. Не, ну их-то еще ладно. Они тебя закопают. Ну, то есть, либо их видно. Во, и... ты чё? Ну, чё, типа, филдит, упреждающие. Типа, их, короче, либо видно, и они смотрят вокруг себя. Либо их не видно, и они ничего не видят вокруг себя. А то что за бред? Их и не видно, и они смотрят. Так, и чё тут у нас? Надо... Вот это три бейс имморталы. Надо домой убегать, походу. Гидролиск Дэн. Разминулся тут так с врачами, как бы не было чего-то плохого. Нет, но дома не будет. Защита есть, тут, блин, правда дырка опять. Правда дырка опять, что-то Дитрих любит дырки. Так, забегают собаки, и что-то на муви так немножко поддавались. Рикол пошел сразу. И Мортал вышел. Ловить, блин, есть. Видит врачей. Кстати, слева врачи какие-то по какому-то адскому вообще маршруту пошли. Все, сейчас второй Мортал, потом идешь уже с ним, и призму бустишь, и просто уносишь с плюс 2. Чардж, причем мясо такое. Ну, кстати, я бы еще 3 плюс 3 бы доделал, может быть, он успел долго доделать. Долго, зачем? Ну, там у еще у зерга какой-нибудь грейд появится, нафиг тебе это надо, правильно? Ну, тогда плюс 1 на защиту. Ух а, ты, у него смотри, пошли, делается, да? Пошел миллион, а нет, не миллион гейтов, я думал, много гейтов, а это фотонки еще защитные. Так, опять пошел скаут иллюзиями фениксов. Что он тут увидит? Он увидит гидролиск Дэн. Так, на мэйне. Ничего тут не спланирует какой-то свитч, кроме как робо-б и колоссов. Сейчас будет после этого иммортал уже колоссы, на всякий случай. Плюс 2 на атаку у Дитриха, у зерга 0-0. Плюс 3 заказал все-таки. Так и что это? Третий иммортал только потом, призма. Или это вообще колосс сейчас уже сразу без призмы? Видимо, а призму колосс. Можно было почему на мейн доварпать, пока там все дерется? Ну да. А, кстати, смотри, тут какой прикольный опс, он видит передвижение армии всей. Угу. Оп, там такой. Думаю, ага, так, что тут у нас сейчас будет драка в поле. А, так это все умирает сейчас. На муве. Ну, он немножко подрезал. Ну, вот надо блинковаться, да, не бояться. Кстати, у тебя армии пилон больше. Немножко криво поставил этот проксевый.
Точнее, у тебя армия ценнее, я бы так сказал. Так, колосс первый бустится. Забыл одного иммортала дома. Расплитил армию конкретно, так ждет. Вот этот момент надо обсад направо подвинуть, на вентилятор вот этот. Справа. Кстати, да. Ух ты, блин, какой он красивый, кстати. Угу. Классно. Так, иллюзия Феникса. Правда, он что-то на мейн летит. Я бы лучше вперед полетел, посмотрел, где там что. Пошел четвертую нычку. Угу. Интересно. Иммортал так и забыл. Ух ты, отжал немножко врачей. Ты видел, как они разваливаются от плюс 2 сталкеров? Это просто жесть. Невозможно. Жарморные. Просто жесть. О, смотри, пошел варп зилотов на третью. Она пустая, кстати, боится зерк строить дронов. Так, и решил расшатывать. Нет, он не понял. Зерк просто не реагирует. Ну, ему трудно тут разделиться, ну, особо. Да. Вот сейчас вот если это все пойдет отбивать... У него очень армия расплещена. Ну, убил, мне кажется, там конкретно. Сейчас можно зайти просто вот сюда, вот между натуралом и третьей, и отгородить сзади все. Ну, можно, убить. Да, ну что-то не видит. Немножко. Стоит, видишь, на месте. Ну, я так понимаю, Дитрих хочет очень надежно сыграть. Ну, да, правда, из-за этого 15 рабов продакшене у зерга, из-за такой надежности. Ну, так и чё, сейчас придет колосс. Хайв пошел. Вот объясни мне. Ну, ты домой идешь? Зачем хайв? Ну, вайперы, вайперы. Без них он вообще ничего не сделает, что зерг. Но без грейдов он тоже ничего не сделает. Вот такая вайпер, так вайпер. Да, без грейдов тут, конечно, очень плохо. Плюс 2 роба добавляет. Дитрих, блин, вот имеет выигрышную ситуацию, ты можешь задавить его на скилланыч. Ну, может, он сильно спать хочет, не уверен. Вот сколько тут это, сколько игр было, он строил дарков, а там были аверсиры, а тут вот нифига ничего нет, он не построил. Ну, ладно. Так, плюс 3 вышел уже, кстати говоря. Шторм почти готов. А вот и зеркало так выйдет. А нет, психи есть. Или он на отмену четвертый потенциально, ее здесь нету. Что будешь делать? Так, дальше а что, а где вайпер-то? Ну что, и типа сейчас драться придется ему. Сейчас его просто отгородят здесь и все. Ну, это немножко не так филд. Рача убил. Можно просто варпануть на этот прокси-пилон что-нибудь такое. Ну да, кстати. Так. Дитрих, наверное, выделяет, смотрит на это 0-0, думает, что да, да, дорогу, где подвох. Туда варпает что-то. Куда они? Тем временем уже 3,5 часа. Стрим, ужас какой. Так, зилты чекнули, что нету четвертой. Крип спалил, правда, все. Но зерк не особо реагирует на эту тему. Ну да. Стоит кучкой. Но надо сказать, что... Сбегание сплит... тут зерк хочет сделать. Немножко гидролисков, немножко рачей. И тут да, что-то кстати. Подслилось какое-то количество. И тут, по-моему, тут 200 электроса идет и все уничтожает, правильно? Да, это все, это GG. Можно вливать. Штормы даже не как-то плохо сконтролил. Да не, нормально кинул. Ой, конечно. Смотри, там вообще гидролиски с одним хэпов. Смотри, там штук 6 их было, прикольно. Да. 15 рабов, причем эти 3 зилта уничтожили, и сейчас еще отменят нычку эту. Ну что поделать, армии уже не хватает. Плюс 3 на атаку что-то и все. Делай, да. Что хочешь. 5 вайперов. Какие-то... Ну а зачем они нужны, когда нечем убивать? Они даже не успеют насосать энергию. Shield, все. Полностью дохлые гидролиски. Дави. 0-0 дави. Против 3-3. Ужас, просто жесть. Какие вот такие дохлые гидролиски, смотри, он прям хоп. Ну да, убил колосса, дальше что? Еще колосс. Этого уже не убьешь, сори. Центри вытянул, так прикольно вылетает, маленькая штука. Да. Редко видно. Все. Что, с интервью вытаскивает. Ой, тут доварп такой конкретный сталкеров. Блин, сталкеров. ГГ. ГГ, вот она, победа. Великая подеба. Так, ну типа все, я надеюсь. Потому что уже все эти все рамки моих сил стримерских уже превышены. Так, ну я типа так. Так, ладно. Так, ну видимо будем закругляться, я так понимаю. Всем спасибо за просмотр. Вы стали свидетелем великой победы. Круто. Хотя бы в одном дивизионе выиграет русская команда. Я, правда, не знаю, как там ESL-то во втором дивизионе. Выиграли или нет.
Сейчас посмотрим. Не, они проиграли. Проиграли. Короче, только третий дивизион остался за нами. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Следующие игры будет 2 числа там на Альфе. Какие-то каточки. Пока. Пока.